Друзья, еще раз хочу попросить у вас взаимодействия. Скажите, как меня слышно? Я знаю, что пока меня не видно, но пока меня интересует звук. Замечательно, ребята. Тогда мы начнем потихоньку чтение, а потом появится и изображение. Самая великая власть – овладеть самим собой. Мысли. Смешанность всего. Что-то, что объединяло все вокруг, волновало Лючо. Он думал, как же может так быть, если после дождя растут фрукты и травы, ночью земля остывает от палящего солнца, а днем согревается, чтобы не замерзнуть. Все закономерно, зависит друг от друга. Всему есть время, и все подчиняется чему-то, или... От этой мысли ему сделалось страшно. Кому-то? Он посмотрел вверх. Небо сегодня было особенно глубоким. Облака проплывали, складываясь в удивительные фигуры. Он видел себя совсем еще ребенком, часто стоящим на берегу, вглядывающимся вдаль и ожидая кого-то или чего-то. Он видел странных зверей, которых нет на острове. Он видел большие хижины, которые были высечены в скале. Он видел птиц. Он видел себя в детстве, стоящего у берега и дающего клятву во что бы то ни стало пуститься в путешествие через море и разгадать тайну острова и рыбака по имени Сомнение. Было странно жить в эти последние несколько дней. Наш прекрасный мир, наш удивительный остров стал тюрьмой, а мы надзирателями друг друга. Рыбак был нашей пыткой. Вопрос, как он попадает на остров, стал для нас с Каэтана навязчивой идеей. Мы не спали сутками, наблюдая за берегом, где он обычно появлялся, но тщетно. В какой-то момент сон побеждал. И именно в это мгновение рыбак приходил. Все, что раньше радовало нас, что делало нас счастливыми, сейчас нагоняло тоску и злило. Что с нами произошло, мы не понимали, но ничего не могли с собой поделать. Мы слишком долго молчали. Пора действовать. Нужно сделать то, что просится изнутри. Нужно совершить несовершенное. В этом наша задача – делать что-то, а не выпускать полудохлую рыбу. Так, ребята, ну, теперь всем привет, намасте. Вот хотел показать вам еще одну иллюстрацию. Вот. Вот мы с вами двигаемся по направлению к уже к середине новеллы, когда эмоции начинают накаляться, когда из спокойного состояния этого маленького рая
мы с вами начинаем двигаться к моменту, где Каэтана и Лючо задумывают побег, задумывают покинуть остров, покинуть это место. И только что мы с вами прочитали короткую главу, которая называется «Мысли», и которая начинается с фразы Конфуция: «Самая великая власть – владеть самим собой». Напомню вам, что в прошлых главах мы встретились с вами с двумя юношами, которые живут на острове. Мы с вами знаем о том, какая конечная цель этого романа. Мы с вами рассуждали о том, как все это писалось и в чем заключается глубокий смысл и глубинный смысл этого произведения. И вы помните, что мы с вами наблюдаем за как бы за повторным творением, за повторным процессом творения. Потом мы с вами по сюжету знакомимся с рыбаком по имени Сомнение, который странным образом появляется на этом острове. И мы с вами подходим к моменту, когда Каэтана и Лючо принимают решение сбежать с острова, покинуть этот остров. И вот следующая такая главка небольшая. «Посмотри, какие звезды, брат. Они так далеки. Вот гляди, звезда упала. Она была желтого цвета. Да, и хвост был особенно длинным. Я боюсь завтрашнего дня. Мне кажется, что мы с тобой живем все время один и тот же день. Просто за ночь память остывает, и все начинается заново. Каэтан, мы должны бежать за пределы озера. Может быть, там, за озером моих размышлений, спасение и ответы на все вопросы, которые накатываются ежедневно, и сил нести их скоро не хватит. Не только во мне дело, пойми. Я забочусь и о тебе, ведь кроме тебя у меня никого нет. Да, я понимаю. Я сам хотел тебе сказать, но не решался. Недомолвки, что пена над стержнем, где руке не достать до весла. Жуток шторм в океане безбрежном, но до правды душа доросла». Это четыре строчки из поэзии любимого мною поэта, и который известен некоторым из вас, друзья. Это строчки Жанны Викторовны Храмовой, и с ее разрешения я публикую их в этой книге. И я думаю, что в следующем издании мы уделим этому чуть больше времени, и я сделаю несколько сносок и напишу об этом. Жанна Викторовна Храмова знакома мне с 94 или с 95 года, то есть написание этой новеллы и весь ход развития этих событий, конечно, и Жанна Викторовна Храмова, которая уже ушла и которой нет с нами, но которая воскресает в этих строчках и во всех своих поэтических строчках. Вот. Это и Лариса Анатольевна Злотник, которая здравствует ныне в городе Лос-Анджелес. И я уверен, что она будет смотреть это видео, пускай не сейчас, прямо вот в прямом эфире, но она увидит его, это я вам обещаю. Как минимум, я думаю, что ее внучка Катя ей его покажет, а если нет, то тогда я сам, когда доберусь до Лос-Анджелеса, ей покажу, чем сейчас занимаюсь. То есть, вы понимаете, мы дружим уже больше 22 лет, 23. Ну, то есть, вот, где-то это самое начало моих практик, самое начало моего знакомства с
моими пациентами, клиентами, с людьми, которые впоследствии стали мне близкими, с которыми я стал дружить, которые стали мне, ну, какой-то такой моей второй семьей, и это никакие не шутки. Я хотел бы вернуться немножко в тексте. Вот смотрите, здесь есть такая фраза: «Мы слишком долго молчали, пора действовать. Нужно сделать то, что просится изнутри. Нужно совершить несовершенное. В этом наша задача – делать что-то, а не выпускать полудохлую рыбу». Вот видите, здесь бунт, а здесь лючо. Он как бы показывает нам это внутреннее состояние напряжения. И потом, когда они разговаривают с братом, он аргументирует свое состояние, он объясняет Каэтана, что происходит, и говорит ему о том, что брат, мы должны бежать за озеро моих размышлений. Вот смотрите, здесь можно прочесть в этом, да, озеро моих размышлений – это ум, это сознание, это мысли, это то, что является ограничивающим нас объектом. Нам кажется, что это есть мы, что это есть часть нас, хотя на самом деле мы – это то, что за пределами озера размышлений. Мы – это то, что находится между мыслями, это пауза между мыслями, это то, что находится до размышлений и после размышлений, вне слов и вне определений. И дальше мы двигаемся по тексту новеллы, дальше мы двигаемся по своим эмоциям. Так, сейчас попросим у Вадима водички. Разгадать секрет рыбака было нелегко. Мы сидели весь день и всю ночь, ожидая, откуда же приходит рыбак, надеясь этим путем бежать за пределы острова. Лючо нервничал, думая о том, стоит ли убегать из родного и удобного места. Принесет ли этот побег ответы на вопросы, вопросы, которые волнуют. Нужно ли бежать? Его глаза были направлены на меня, но смотрели куда-то дальше и глубже. Я знал, что ему трудно понять, зачем мы это делаем, но в глубине своего сознания он понимал, что необходимо двигаться вперед, иначе все напрасно. Жизнь, остров, все наше существование превратится в ничто, а ничто страшнее любой беды. Я знал это наверняка, потому что думал о том же. Внезапно взвились гирлянды на деревьях возле озера, появилось свечение из глубины воды, и колыхающиеся еще минуту назад волны застыли. Вода озера превратилась в песок. На горизонте показалась приближающаяся фигура. Это был он, рыбак по имени Сомнение. «Лючо, смотри!» – проговорил я. «Рыбак!» «Да, я вижу. Тихо. Когда он подойдет ближе и отойдет в сторону на свое место, мы окажемся у него за спиной. И, укрывшись за одной из дюн, прорвемся туда, откуда пришел рыбак. Мы дождались, пока рыбак подойдет ближе, и когда он повернулся к нам спиной, со всех ног бросились бежать. Добежав до первой дюны и спрятавшись за ней, мы отдышались и, выглянув, не смотрит рыбак, побежали дальше. Так мы перемещались, пока рыбак не останется далеко позади, а мы пока не добрались до поля, что за озером. Только мы ступили на траву с песка и прошли несколько шагов, как за спиной мы услышали плеск воды. Я обернулся и увидел озеро размышлений с другой стороны. Мы подошли к зарослям. Посмотрите, пожалуйста, ребят, вот так выглядит текст еще в издании 2004 года. Вот здесь видно слова, которые выделены
жирным шрифтом. Значит, это те слова, которых еще нет, которые еще не появились, слова, которые только-только будут входить в обиход Каэтана и Лючо и нас с вами. И вы помните, что Каэтана и Лючо на самом деле это один человек, это Адам Кадмон. Это просто два его альтер-эго, которые внутри него разговаривают, и он вот этими своими действиями, где общаются два альтер-эго, где он совершает побег, мы этими своими действиями вместе с ним приближаемся к его мечте, к его реализации. То есть он соединяется, разбирается с собой, он хочет вырваться за пределы ограничений и встретить Еву, да, или Хаву. Это повторение библейской истории, только как бы за несколько шагов до. Вот. Что интересно, да, вот смотрите, здесь опять же мы видим, что автор, а автору тогда уже было лет 17-18, и это я вам говорю по признакам в тексте, то есть, понимаете, началось все в 94 году, через вот этих несколько страниц, да, они пишутся 4 года, появляются какие-то фразы, появляется какая-то короткая глава, очень много из этого текста ушло, и от многого я отказался, оставив только, как говорят у нас, самый цимис, то есть самое, как бы, такое важное и вкусное. И почему я знаю, что это 98-й год? Потому что здесь есть строчка из моей поэмы. Вот смотрите. Я знал это наверняка, потому что думал о том же. Внезапно взвелись гирлянды на деревьях возле озера. И когда мы читали в Карпатах с вами мою поэму «Сон», я, помните, чем она заканчивается? Вдруг ветром гирлянды на идолах взвились, и три золотые монеты у ног моих в пыль опустились. Вот. И я беру строчку оттуда, потому что это уже очень много переживаний произошло, это уже произошел такой вот серьезный процесс взросления, и именно в этот момент, по ходу текста, по ходу развития, я и сам решаю бежать за пределы озера размышлений. Понимаете, я здесь уже, значит, поступил в институт, я уже успел несколько раз быть в Москве и обратно, пережил здесь уже очень серьезное расставание в своей жизни, и этот конфликт внутри меня, конфликт внутри меня как автора, и конфликт внутри моих героев достигает апогея. И в этот момент я принимаю такое решение, что необходимо что-то менять, делать еще не сделанное, совершать несовершенное. Смотрите, как интересно. Совершать несовершенное – это еще 95-й год. Потом это 96-й год, да? Это мысль о том, что недомолвки, что пена над стержнем. Это я тоже хорошо помню. А потом это 98-й год. И вы можете на моей странице, на странице Андрея Явной, на несколько публикаций вниз уйти, потом и посмотреть поэзию Бориса Чичибабина. Вот я здесь использую такую фразу: «А ничто страшнее любой беды». Чувствуете? А у Бориса Чичибабина есть такое стихотворение: «Между бедою и ничем мы выбрали беду». И скажет кто-нибудь: «Зачем?», а кто-то скажет: «Ну», и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите у Бориса Чичибабина это стихотворение, потому что в нем также заключается очень много того, что
что переживает автор, то есть что переживаю я 20 лет назад, или это пока вот уже 19 лет назад. Вот. И что происходит с самими героями. Саму новеллу «Рыбак по имени Сомнение» вы можете, ребята, скачать в интернете и посмотреть ее, перечитать, и потом вместе со мной разбирать этот текст, так будет интереснее. Вот. Ну, а сейчас я хочу еще раз пройтись по тексту, да, и объяснить вам, с чего все начинается и как движется, да. Начинаем мы с Бопу и с японской поэзии. Вот, это 13 век. Потом мы движемся к Дхаммападе, к буддизму. Это значит, вот в возрасте 14 лет все происходит у меня. Когда начинается эта новелла. Эта новелла как дневник моей жизни 94 по 96 по 2004 год. 2004 год, когда она вышла, вот тоже вот там первая иллюстрация, это маг, и вот мы можем с вами увидеть год издания этой книги, внизу 2004 год. Тут у нее есть ICBM, это очень круто, то есть эта книга попала в мировые библиотеки. Вот. После мы с вами движемся к Ветхому Завету, к Кабале, которая приходит даже не через Ветхий Завет, а, как я вам говорил, через папуса и через его переписку. Потом мы движемся дальше. Опять я возвращаюсь к буддизму, по всей видимости. Да? И вот здесь у меня начинаются мои практики. Это значит, моя бабушка, которая была мальфаркой, Анастасия Николаевна Явная, значит, она переживает сейчас в этот момент инсульт. И все те люди, которых она принимала, начинаю всех принимать я. Начинаю общаться с этими людьми, начинаю с ними дружить, помогаю им. Вот. И пишу эту новеллу, зачитывая ее по кусочку вот этим своим друзьям замечательным. И теперь, это уже 98-й год, 97-98, я вам рассказываю о том, что у меня был интерес, появляется такой серьезный интерес к поэзии, я начинаю читать много поэтов, перечитываю поэтов Серебряного века и подхожу уже к поэтам более современным, к лауреату Ленинской премии Борису Чичибабину и его поэзии. Еще раз говорю, ребятки, что чуть ниже можно опуститься на несколько публикаций на моей странице Андрей Явный, и там вы прочтете это стихотворение Чичибабина, которое меня сподвигло к мысли и к развитию сюжета. Вот так. Ну, я думаю, что на сегодня достаточно, потому что это все-таки гипертекст. Я надеюсь, друзья, что вы будете пересматривать эту запись, пересматривать предыдущие записи. Скачайте в интернете для себя новеллу «Рыбак по имени Сомнение». Еще раз говорю, что она опубликована, текст ее опубликован. Еще раз скажу, что я пока читаю ее с вами, размышляю о том, стоит ли ее переиздавать или не стоит, будет ли она интересна сегодняшнему читателю. Каким образом ее переиздать, делать ли в ней комментарии, делать ли в ней объяснения, или издавать ее такой, как она была, с какими-то, может быть, лишь дополнительными сносками. Я благодарен вам за соучастие, за то, что вы со мной. Еще раз говорю вам, Христос воскресе, друзья, и отвечаю вам, воистину воскресе, потому что это самый большой праздник, это самое большое счастье для каждого христианина. А сейчас я прощаюсь с вами, говорю вам намасте и не оставляйте чтения.